В день всех влюбленных экс-солистка группы Виагра Вера Брежнева отметила, что если человек влюблен по-настоящему, ему не нужно ждать повода для того, чтобы признаться в своих чувствах. Экс-солистка группы Виагра, певица и актриса Вера Брежнева в своем микроблоге опубликовала чувственный снимок со своим мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Супруги сыграли тайную свадьбу еще в октябре 2015 года. Торжество состоялось в Италии. Напомним, что у артистки есть двое детей от предыдущих отношений – 17-летняя Соня и 9-летняя Сара. Старшая дочка Брежневой переехала жить и учиться в Соединенные Штаты, выбрав кинематографические курсы, а младшая осталась под крылом у своей мамы. В день всех влюбленных исполнительница поделилась кадром из личного архива. «Люди, любите друг друга», — подписала снимок Вера Брежнева, добавив, что если человек любит по-настоящему, он не станет ждать особого случая для того, чтобы признаться своей второй половинке в чувствах. «Когда ты любишь и любим, тебе не нужно ждать праздника для того, чтобы признаться в чувствах», — заверила певица, пожелав одиноким сердцам обрести свое счастье. «И от всей души хочется пожелать тем, кто одинок, обрести свою половинку», — отметила светская львица. Еще 3 февраля Вера Брежнева отпраздновала свое 37-летие в кругу близких друзей. В своем микроблоге певица делилась кадрами с вечеринки, на которых она была запечатлена вместе с Константином Меладзе.